Белорусские автозаводцы точно в назначенный срок, как это и было предусмотрено контрактом, завершают поставку в США крупной партии карьерных самосвалов. Такие махины, а собственный вес этих белазов без малого 30 тонн, не так-то просто отправить к месту назначения. Вначале здесь, в Жодино, а после сборки и обкатки, машины, если можно так сказать, демонтируют и грузят на железнодорожной платформе. Через сутки они будут в Ленинграде, где вновь заводские специалисты поставят самосвалы на собственные ноги, для того, чтобы своим ходом въехать на палубу или в трюмы океанского корабля. И все же это уже завершающая стадия. Она подытоживает успешную работу большого коллектива по созданию конкурентоспособной техники. БелАЗ открывает Америку. Что для вас это означает? Ну, это, конечно, лишние инвалютные рубли в наш завод. Вот. Ну и, конечно, ответить надо русским. Мы сотрудничаем с фирмами Японии и Соединенных Штатов Америки. На этой неделе закончились переговоры с американской крупнейшей фирмой General Motors. И мы надеемся на неплохие результаты этих переговоров.